чего мне хочется? Зачем я живу? В чем счастье? К чему молодость? Зачем у меня душа? Зачем все это? И странно, что я до сих пор никого не любила. А кажется, я бы умела любить. Ничего не получается. Просто в отчаянии можно прийти от этого лица. Странное существо. Удивительная девушка. Вот кажется, под одной крышей живем, а никак не могу понять, что в ней бродит, от чего она волнуется, от чего грустит, к чему стремится. А ведь дочь Николая Артемьевича Стахова, вот тут и рассуждая о крови и о породе. И ведь похожа на него. Ведь забавно то, что она точно его дочь. И на мать похожа на Анну Васильевну. Ты же знаешь, что я Анну Васильевну уважаю, она моя благодетельница. Но ведь она же курица. Откуда же взялась у Елены эта душа? Кто зажег этот огонь? Вот и опять тебе задача, философ. Дочь своей Елены Николаевны я не понимаю. Точно я недостаточно возвышен для нее. Ее сердце так обширно, что обнимает всю природу. От малейшего таракана или лягушки. Все, за исключением родного отца. Ну и прекрасно. Я это знаю и уже не суюсь. Потому что тут и нервы, и ученость, и парение в небесах. Это все не по нашей части. Но господин Шубин... Что же это Павел Яковлевич не идет, не понимаю. Я вам повторяю, что я этого не требую. Не желаю даже. И что за охота? Вы меня звали, Анна Васильевна? Милый Пол, это ужасно. Я тобой очень недовольна. Как же ты можешь маркировать Николая Артемьевича? Ах, Николай Артемьевич жаловался на меня. И ты должен сейчас же извиниться, потому что здоровье его теперь очень расстроено, а ты помешал курсу его лечения. Я готов извиниться перед вами, Николай Артемьевич. Но позвольте полюбопытствовать, известно ли Анне Васильевне, в чем, собственно, состоит моя вина? Нет. Я ничего не знаю. О, боже мой! Сколько раз я просил, умолял, сколько раз говорил, как мне противны все эти объяснения и сцены. В кои-то веки приедешь домой, хочется отдохнуть. Говорят, семейный круг, будь семьянином, а тут минуты нет покоя. Поневоле поедешь в клуб или куда-нибудь. В клуб? Не в клуб вы едете. В клубе некому дарить лошадей собственного моего завода. Да ищи серых, любимой моей масти! Не в клуб вы едете, Бердник! Ну вот, вот, опять у меня голова разболелась. Зоя! 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 Ну где же моя рюмочка с натертым хлебом? Делай одолжение, Поль, вперед не серди меня. Кажется, не маленький. Не так бы тебя, молокососа, следовало. А за что же бы мне следовало? Млад ты, так уважай. Да.
Уважать? Да знаете ли вы, стихийный человек, представитель хорового начала, за что Николай Артемьевич гневается на меня? Я с ним был вчера у его немки, и мы втроем пели «Не искушай меня». И стало мне скучно. Вот я их и поссорил. Он разгневался, сказал, что он только дома счастлив, что у него дома рай. Вот он приехал в рай, а в раю ему тошно. Ну-с, кто теперь, по-вашему, виноват? Конечно, ты. Осмелюсь спросить у вас, почтенный Витязь, эти загадочные слова вы изволили произнести вследствие какого-либо соображения вашей мыслительной способности? Или так, чтобы произвести сотрясение воздуха, называемое звуком? Итак, вы хотели бы быть профессором? Да, Елена Николаевна. Мой отец, умирая, благословил меня на служение науке. Передаю тебе, Светоч. Я держал его, пока не смог. Неси же и ты его до конца. Я никогда не забуду этих его последних слов. Моя любимая мечта — стать профессором, Елена Николаевна. И вы будете вполне довольны вашим положением? О да, Елена Николаевна. Какое же может быть лучшее призвание, чем пойти по стопам моего отца? Светская хроника. Вчера состоялась большая охота, на которой его высочество принц Ольденбургский изволил убить собственноручно двух лосей. Говорят, что ваш отец оставил замечательные сочинения в рукописи. Да, оставил. О чем он писал? Как вам сказать? Передать содержание его в немногих словах несколько трудно. Видите ли, мой отец был шеллингианец. Он употреблял выражения не всегда ясные. Андрей Петрович, извините мое невежество, а что такое шеллингианец? Шеллингианец – это значит последователь Шеллинга, известного немецкого философа. А что касается учения Шеллинга, то Шеллинг утверждал, Андрей Петрович, уж не собираешься ли ты прочесть Елене Николаевне лекцию о Шеллинге? Вовсе и не лекцию. Я просто хотел... А почему же бы и не лекцию? Нам с вами лекции очень нужны, Павел Яковлевич. Чему вы смеетесь? Ну, полноте, не сердитесь, я виноват. Ну, что за охота в такую погоду толковать о философии? Давайте лучше с вами говорить о молодых глазах, об улыбках, о розах, о соловьях, а? О французских романах и о женских тряпках, да? Пожалуй, о тряпках, если они красивы. Пожалуй. Ну, а что, если нам не хочется говорить о тряпках? Вы величаете себя свободным художником. Зачем же вы посягаете на свободу других? Вот как? Вы хотите сказать, что я здесь лишний? В таком случае прощайте. Его сиятельство, князь Иван Иванович Черкасский, в сопровождении своей супруги Ольги Васильевны, урожденной княгини Нарышкиной, отбыли на заграничный курорт Карлсбад. Оставь, Зоя. Спасибо. Может, сыграть вам, Анна Васильевна? Да, да. Что-нибудь грустное. Thank you.
между вашими товарищами по университету есть замечательные люди? Нет, Елена Николаевна. Впрочем, я знаю одного студента. Это действительно замечательный человек. Он болгарин. Ах, не русский. Да, он приехал сюда учиться. И вы знаете, с какой целью он учится? У него одна мысль. Освобождение его родины. В Москве он намерен образоваться, сблизиться с русскими. Ну, а потом, когда выйдет из университета... Что тогда? Мудрено вперед загадывать. Он вам ничего не говорил об этом? Ничего. А каков он из себя? Ну, как вам сказать? Да вот вы сами его увидите. Я приведу его сюда. Он переехал в нашу деревеньку и поселился со мной на одной квартире. А как зовут вашего студента? Инсаров Дмитрий Никонорович. Андрей Петрович, вы показали нашему гостю окрестности. Мы уже побывали. Что, герой Инсаров приехал, да? Скажите, господин Инсаров, а трудно научиться болгарскому языку? Нисколько. Русскому стыдно не знать по-болгарски. Русский должен знать все славянские наречия. Герой. Ну, скажите, а как будет по-болгарски липа? Липа. Скажите, а клен? Клен. Так же, как и по-русски. Он некрасив. У него характерное скульптурное лицо. Вот сейчас оно хорошо светилось. Да, в него, пожалуй, влюбиться можно. Что мне еще вам рассказать? Моя родина. Красивый край. Там живет маленький, но мужественный и храбрый народ. Болгары своей грудью остановили атаманских завоевателей у самого порога Европы. Но все потеряли. Нас топчут, терзают, грабят. Мы воюем, сражаемся. На протяжении 4 столетий поднимаем восстание за восстанием. В моем отечестве не найдется горсти земли, которая не была бы пропитана кровью героев. Но враг силен, коварен, жесток. Зато рабство сплотило нас в одну семью. Елена, смотри, как она слушает. И все болгары, пахари и чабаны, женщины и дети, все мы желаем одного и того же. У всех у нас одна и та же цель – свобода. И для этой цели никто из нас не пожалеет своих сил, даже своей жизни. Извините меня. Елена Николаевна, пойдемте, я вас познакомлю. Леночка, что ж ты так поздно? Елена Николаевна, разрешите представить вам моего друга, Инсарова Дмитрия Никоноровича.
Как вам понравились Стахова? Мне очень понравилась дочь. Славная должна быть девушка. Она волнуется, но в ней это хорошие волнения. Надо будет почаще бывать у них. Да, надо. Во-первых, поздравляю, твой хваленый необыкновенный человек провалился. Талантов никаких, поэзии нема, ум здравый и живой, но не разнообразный и не глубокий. Но все эти качества, слава богу, не нравятся женщинам. Обаяния нет, шарму. Что тебя так Инсаров занимает? Неужели ты только для этого прибежал сюда? Пришел, потому что дома мне очень грустно, потому что отчаяние меня грызет, досада, ревность. Ревность? Кому же? К тебе, к нему, ко всем. Видишь ли, думай обо мне, что хочешь, а я влюблен в Елену. Ты влюблен в Елену? Да, Андрей, да. И меня терзает мысль, если бы я раньше понял ее, если бы умеючи взялся за дело. Да что толковать? Мне и надеяться нечего. Она полюбила другого. Другого? Кого же? Тебя. Меня? Что за вздор ты мелешь? Да нет, не вздор. Ты пришелся ей по сердцу. Ты идеалист, ты краснеешь, смущаешься, толкуешь с ней о Шиллере, о Шеллинге. Она же все выискивает замечательных людей. Вот ты и победил. А я несчастный пытаюсь шутить, а между тем... Павел, что за детство? Что с тобой? Мне право кажется, что ты притворяешься. Андрей Петрович, ты можешь думать обо мне, что тебе угодно. А я действительно влюблен в Елену, а Елена любит тебя. Какая ночь! Как хорошо теперь тем, кого любят. Как им весело не спать. Ты будешь спать, Андрей Петрович? Ты ведь тоже влюблен. Ты не отвечаешь мне. О, если чувствуешь себя счастливым, молчи. Молчи. Я болтаю, потому что я коремыка, нелюбимый артист, фигляр. Ну какие безмолвные восторги пил бы я в этих ночных струях под этими звездами, если бы знал, что меня любят. Аннушка! Видишь ли, это одно мое знакомое семейство. Павел меня дурачил. Но она когда-нибудь полюбит. Кого полюбит она? Здравствуйте, Елена Николаевна. Вообразите себе, наш Инсаров пропал. Как пропал? Пропал? Тише, Анна Васильевна спит.
нему 3-го дня поздно вечером явились какие-то 2 человека. Должно быть, его соотечественники. Кричали, спорили. Лица у них смуглые, с ястребинами носами. Ну, бог знает, что за люди. Что за таинственные посещения? Жизнь Инцарова вообще таинственная и необыкновенная. Мать его, когда он был еще ребенком, была похищена турецким ага и зарезана. Отца расстреляли. Мальчиком он долго жил в России у тетки. Потом снова вернулся в Болгарию, где, видимо, подвергался большим опасностям. Я видел у него на лбу широкий шрам. Должно быть, след раны. Но он говорить об этом не любит. Я пытался его расспрашивать. Он молчит. Он вам ничего не говорил об этом? Мне? Разве он говорит со мной? Зачем Андрей Петрович рассказал мне все это? Что мне до господина Инцарова? Но почему я старалась быть равнодушной? Разве я не равнодушна? Здравствуйте. Здравствуйте. Дома у вас никого нет? Все гуляют или спят? Вот я и пришел сюда. Что вы как будто извиняетесь. Мы всегда рады вас видеть. Садитесь. Говорят, что вас дома не было все это время. Андрей Петрович, наверное, вам сказал, что я ушел с какими-то безобразными людьми. Да. И что же вы подумали обо мне? Я подумала, что вы всегда знаете, что делаете, и ничего дурного не в состоянии сделать. Ну, спасибо вам за это. Вот видите ли, Елена Николаевна, наша здесь небольшая семейка. Есть люди малообразованные, но все они крепко преданы нашему общему делу. К несчастью, без ссор нельзя, а мне они верят. Вот я и отправился в Троицкий посад, разобрать одну ссору. Из-за пустяков несколько дней потеряли. То не пустяки, Елена Николаевна. Когда свои земляки замешаны. Тут отказываться грех. Вы, вот я вижу, даже щенкам не отказываете в помощи. И я вас хвалю за это. А то, что я время-то потерял, так наше время не нам принадлежит. А кому же?
всем, кому в нас нужда. И все это я вам рассказал, потому что дорожу вашим мнением. Моим мнением? Почему? Потому что вы хорошая, не аристократка. Вот и все. Дмитрий Никонорович, знаете ли вы, что вы в первый раз говорили со мной сегодня? И так откровенно. Разве? Это в первый раз. Я очень рада этому. Как бы я тоже хотела быть откровенной с вами. И все, что окружает меня, кажется мне порой не то бессмысленным, не то непонятным. Иногда я сама себя не понимаю. Саму из себя боюсь. Я помогаю нищим, посещаю больных, спасаю щенят. Но все эти мои ничтожные милостыни мне самой ничем не могут помочь. Порой мне бывает так грустно. Такая тоска. Какая-то рука давит меня. Точно я в тюрьме. И вот-вот обрушатся на меня стены и раздавит меня. И оттого я одна. Все одна, со всем моим добром, со всем моим злом. Долго я не забуду этой поездки. Даже молча. А потом
какие новые, странные и страшные впечатления. Бонжур, мадам. Здрасте. А отчего бы не хотел петь бис, когда наша компания кричал вам и браво, и фора? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Позвольте, почтенный незнакомец, выразить вам то неподдельное изумление, в которое вы повергаете всех нас своими поступками. А, я не понимаю, что вы говорите. А я вот что говорю. Нужно, чтобы это фрейлин. Нет, не это, мадам. Это и не нужно. А вот это. Или это. Дала бы мне поцелуй, как прочь, от того, что вы осмелились беспокоить даму. От того, что вы пьян. Как я пьян, слышите? Если вы сделаете еще один шаг. Ну, и что тогда? Мой Бог! Спасите его! Спасите! Тонет, утонет! Выплывет. А потом... Вы спрашиваете меня, люблю ли я родину? Это еще неизвестно. Вот когда кто-нибудь из нас умрет за нее, тогда можно сказать, что он ее любил. А если бы вас лишили возможности вернуться на родину? Мне кажется, я бы этого не вынес. Дышит моей родиной. Возьмите. Я знаю, что придет время, и вы покинете нас. Уедете к себе, туда, за синие горы. А я рада, что узнала вас, пока вы здесь, у нас, в России. Елена Николаевна. Счастлива ли я? Андрей Петрович, не настаивайте, прошу вас. Не самому тяжело уезжать. Но так нужно.
Мне нельзя больше оставаться здесь. Когда вы уезжаете? Завтра. Так. Послезавтра. Какая? Какая причина? Елена Николаевна, успокойтесь. Успокойтесь. Сядьте. Говорите. Что такое? Вот видите ли, как бы вам объяснить? Говорите. Тогда мне придется вернуться к тому времени, когда я ближе познакомился с Инсаровым. Однажды я встретился с ним в одном семействе. Там была девушка. И мне показалось, что Инсаров к ней неравнодушен. Я сказал ему это, он рассмеялся и ответил мне, что он немедленно бы уехал, если бы с ним случилось что-нибудь подобное. Так как он не желает для удовлетворения личного чувства изменить своему делу и своему долгу. Это были его собственные слова. Ну и что же, вы теперь... Я думаю... Не мучьте меня. Что вы думаете? Я думаю, что он здесь полюбил. Андрей Петрович, скажите ему, я прошу его, умоляю, прийти завтра часов в 11 проститься. Thank you.
вышли от нас? Нет. Нет вас. Вы хотели уехать, не простившись? Да. Как? После нашего знакомства, после всего, что было. Стало быть, если бы я не встретила вас здесь, случайно? Елена Николаевна, поверьте, мое решение стоило мне больших усилий. Если бы вы знали... Я не хочу знать, зачем вы едете. Видно, так нужно. Видно, нам должно расстаться. Но разве так расстаются друзья? Ведь мы друзья с вами, не правда ли? Нет. Как? Я оттого и уезжаю, что мы не друзья. Не заставляйте меня сказать то, что я не хочу сказать. Что я не скажу. Вы прежде были со мной откровенны. Помните? Тогда я мог быть откровенным. Тогда мне скрывать было нечего. А теперь... А теперь? А теперь? Теперь я должен удалиться. Прощайте. Погодите! Погодите немного. Знаете ли вы, отчего вы меня здесь застали? Куда я шла? Я шла к вам. Вы хотели заставить меня сказать вам, что я люблю вас. Вот я и сказала. Елена! Дорогая моя, Елена Николаевна, вы, должно быть, удивлены и встревожены тем, что давно не имеете сообщений от Дмитрия Никаноровича. Но после переезда в Москву Дмитрий... Ты меня не ждал? Елена Николаевна, я прошу вас, прошу.
Он умирает. Он болен и опасно. Но мы спасем его, я вам ручаюсь. Он без памяти. Он в забытии, но это бывает. Если он умрет, я умру. Елена Николаевна, Елена Николаевна, что с вами? Выпейте воды. Я не имею права. Ты не должна. Твои родители не согласятся на наш брак. Знаю. Я беден. Знаю. Я нищий. Знаю. Тебе придется оставить отечество, родных. Знаю. Ты будешь там одна. Между чужими. Знаю. Все знаю. Я люблю тебя. Что вы делаете? Вы же можете его погубить. Уходите. Елена Николаевна, ради Бога, уходите. Елена! А? Что такое? Что вы делаете? Я остаюсь здесь. Подумайте, Елена Николаевна, вас могут хватиться дома, будут искать, вас найдут. Вы же видите, он вас теперь защитить не может. Уходите. Я не могу уйти. Елена Николаевна, я даю вам слово извещать вас ежедневно. Клянитесь мне, что вы тотчас же пошлете за мной, когда бы то ни было, днем, ночью, пишите записку прямо ко мне. Мне теперь все равно. Обещаете вы это сделать? Обещаю. Поклянитесь. Клянусь. Мой добрый. Елена Николаевна! Друг. Добрый друг. Кто здесь? Это я. Один? Один. А она? Кто она? Себя.
он спасен. Бедный, бедный Андрей Петрович. Войната с Турцией неизбежна. За восстание всичко е готово. Идва и родината те чака. Наконец да кончится рабство. Ждем тебя, Дмитрий. Елена, ты жив, ты мой. Как ты похудел, мой бедный Дмитрий. И ты похудела, моя бедная Елена. Это ничего. Посмотри, как мы поправимся. Отчего у тебя на глазах слезы? Глупый. Он еще не знает, что от счастья плачут. Ты знаешь, Дмитрий, я видела тебя там. В когтях смерти, без памяти. И Берсенев был здесь? Да. Он меня спас. И знаешь, я ему всем обязана. Ведь он первый сказал мне, что ты меня любишь. Он влюблен в тебя. Он меня любит. Я его не стыдилась. Я готова всему свету сказать, что я твоя. Что с тобой? Елена. Друзья меня зовут. Туда? Да. Ведь ты возьмешь меня с собой. Елена, это безумие. Разве не все решено между нами? Ты не твоя жена? Хочешь, я теперь же, сейчас, сию минуту останусь у тебя. С тобой навсегда и домой не вернусь.
хочешь? Елена, чем я заслужил такую любовь? Я остаюсь. С 3 октября турецкие аванпосты начали стрелять по нашим передовым пикетам. 4 числа турки заняли остров на Дунае под огнем Виундистской крепости, находящейся вне района расположения наших войск. Военные действия начались одновременно на Дунае. Выйдите все. А вас, сударыня, я попрошу остаться. Позови сюда Елену Николаевну. Ради бога, Николя, что такое? Приготовьтесь к худшему. Прошу вас сесть. Я призвал вас, Елена Николаевна, с тем, чтобы объясниться с вами. Лучше сказать, чтобы потребовать от вас объяснений. Мы с Анной Васильевной ничего не жалели для вашего воспитания. Ни издержек, ни попечений. Я имел право думать. Мы с Анной Васильевной имели право думать, что вы свято сохраните те правила нравственности, которые мы вам внушили. Но кто мог ожидать? Папенька, я знаю, что вы хотите сказать. Нет, ты не знаешь. Ты не знаешь, дерзкая девчонка. Я виноват перед вами. Виновата в том, что раньше не призналась. А, наконец-то. Позвольте вас спросить. Известен вам некоторый дом в Борисоглебском переулке, вблизи Поварской? Вы посещали этот дом? Отвечай же, негодная! И не думай хитрить! Люди! Люди! Кучер, сударь, не видел вас, как вы входили туда к вашему... Мне незачем хитрить. Да, я посещал этот дом. Прекрасно. Слышали, Анна Васильевна? И вы, вероятно, знаете, кто в нем живет. Да, знаю. Мой муж. Твой муж? Да. Да, я замужем за Дмитрием Никаноровичем Инцаровым. Замужем за этим оборвышем? Черногорцем? Дочь столбового дворянина Николая Стахова вышла замуж за бродягу, за разночинца. Кто вас венчал? Где? Как? И ты, бесстыдная притворщица, могла после этого поступка жить под родительской кровлей? И ты думаешь, что я это так оставлю? Что я не буду жаловаться? Папенька, вы вольны делать со мной все, что угодно. Но напрасно вы обвиняете меня в бесстыдстве и в притворстве. Я не хотела огорчать вас заранее. Но я на днях поневоле сама бы вам все сказала. Потому что мы на будущей неделе уезжаем отсюда с мужем. Уезжаете? Куда это? На его родину. В Болгарию. Да. Какая в Москве сейчас поднимется туча пересудов, суждений, толков.
Она их не испугалась. Она выше их. Да. Инсаров ее стоит. Впрочем, что за вздор? Никто ее не стоит. Инсаров. Положим, он молодец, но будто уж мы такая совершенная дрянь, Увар Иванович. Ну, хоть я. Ну, разве я дрянь, Увар Иванович? И разве Господь Бог никаких способностей, никаких талантов мне не дал? Кто знает, может быть, со временем имя Павла Шубина станет славное имя. Далека песня. О других речь, а ты того, о себе. Зачем же вы свечу носите? Спать хочу. Прощай. И вы непременно должны ехать. Непременно, Анна Васильевна. Ох, Дмитрий Никонорович, не дай вам Бог испытать то, что я сейчас испытываю. Но вы обещаете мне беречь ее, любить ее. Да он у тебя болен. Он был нездоров. И теперь еще не совсем поправился. Родной воздух его излечит. В Болгарии... Ах, в Болгарии. Да там теперь война идет. И скоро ты ехать собираешься? Скоро. Если только папе... Он не будет жаловаться. Я не дам позорить свою дочь. Все улажено. Да что от тебя скрывать? Я заплатила по его векселям. И теперь ничего не мешает тебе ехать. Бросить нас. Да, в какую даль, в какую глушь. Что ждет ее там? Я ее понимаю. Кого она здесь оставляет? Чего тут жалеть? Нет, как бы были между нами нужные люди, не ушла бы от нас эта девушка, эта чуткая душа. Что же ты, Увар Иванович? Когда же наша придет пора, когда же у нас народятся люди? Дай срок. Будут. Будут. Смотрите, я запишу ваше слово. (Связывая)
Елена, пора. Ну, Бог вам судья. Достал еще. Слава Богу. Вот тебе, Елена, наше последнее родительское благословение. Ну, надо проводить. Пожелать. Ну, дай вам Бог. Лена! Леночка! Смотри же, пиши нам. Смерть, жизнь, борьба, падение, торжество, любовь, свобода, родина. Хорошо. Дай Бог всякому. Это не то, что сидеть по горло в болоте, да стараться показывать вид, что тебе все равно, когда тебе в сущности действительно все равно. Жаль. Кого жаль? Себя. А мне завещал отец трудиться, трудиться и трудиться. Солнце пусть другим сияет, но и в нашей глухой жизни есть своя гордость, свое счастье. Милые мои родные, я пишу вам из Италии. На пути из России Дмитрий снова долго и тяжело болел. И только недавно мы добрались до Венеции. Другие пути проехать в Болгарию для Дмитрия закрыты. Кругом идет война, восстание. Я гляжу на это море, и мне кажется, что отсюда, ближе до моей родины, вон она, там. Вот и ветер оттуда. Не пригонит ли этот ветер корабль, который ты ждешь? Рендич обещал скоро приехать. Вернемся, Дмитрий. Ты еще не совсем здоров. Здесь слишком холодно для тебя. Холодно?
Хорош я буду солдат, коли мне холоду бояться. Слышала, Елена? Говорят, бедные далматские рыбаки пожертвовали своими свинчатками на пули. Они отдали свое последнее достояние и голодают теперь. Что за народ? Берегись! Проклятые австрийцы! Всю кровь они мне расшевелили. Успокойся, Дмитрий, успокойся. Хочешь, мы нынешний день отдадим друг другу. Позабудем о политике, о войне, обо всем. И будем знать только одно, что мы живем, дышим, думаем вместе, что мы соединены навсегда. Хочешь? Ты этого хочешь? Стало быть, и я этого хочу. Неужели это конец? Неужели опять вернулась эта страшная болезнь? Нужна его жизнь. Рендич! Рендич! Если ему суждено умереть, пусть лучше умрет там, на родных полях, в сражении. Thank you.
Я умираю. Прощай, моя милая. Прощай, моя родина. Рендич! Рендич, это вы? Посмотрите, ради бога, что с ним? Храню его в родной земле. Я буду верна его памяти, делу всей его жизни. Я искала счастье, и я его найду.